Смотрите, там какой-то тритон сидит. Охереть, какие есть существа, да? Ну, как бы тут дорога через болото. Пойдем. Немного пройдем. Блин. Тут не в таких ботинках ходят, как у меня, да? Которым один раз наступил, все, каюк. Вот, в общем, да, вот тут болото такое, да? В 1,5 километрах от Москвы. Я офигею, конечно. Потому что, во-первых, надо туда пройти, потом обратно вылезти. И что, пока ходишь, еще велосипед не сперли. Который я там даже не привязал. Ну и зачем это надо? Я не понимаю, вот. Вот она кончилась. Вот дорога. Вот камыши. Вот она кончилась. Да? Зачем это надо? Там что-то протоптано, но не думаю, что больше одного человека туда прошло вообще. Я не понимаю такого. Вот. Охереть, да? И никогда не пойму. Не, ну в болотных в этих сапогах, может, и ходит, да, кто-то. Вот тут, например. А я-то чё полез? А я-то чё сюда полез? Не понимаю. Ладно, вот. Пойдем сюда. Тут вот на углу. Земляничка. Кисленькая. Еще земляничка. Это уже получше. Во, болото какое, смотрите. Вот это да. Не совсем понимаю, почему тут нет до Москвы дороги. Ладно, вернулся чуть-чуть. Тут до Москвы дорог-то сделать фигня, да, там када. Всего-то пару мостов, да, и будет дорога до МКАДа. Притом уже есть откуда тут, от пруда недалеко поселок, и там уже дорога проведена. Можно же. Ну ладно, все равно потом сделают это обязательно. Потому что тут все равно была торфовыработка, да, то есть только все искусственные болота, они затоплены, да. Ранее были они осушены, а потом затоплены еще разок. Вот. Такие дела поют дальше. Я опять у Утиного пруда. И вот тут в этих вот ветках ползает ужик. Да? Но я не за этим сюда вышел. Надо поискать ништяки какие-нибудь. Грибы или что-нибудь типа того. Вот, раз тут странные цветы. Достаточно. Вот. Еще странные цветы, вот такие белые. Вон стандартный кривер. Стандартный кривер. И идем тут вот тут по местности, по этой, посмотрим, что тут есть. Нет, ну ужик спрятался, ужик нам не хочет шевелиться. Вот это вот от ландыша осталось, ландыш уже все. Похоже, да? От них остались только вот такие вот листочки. Их тут или сорвали, или они уже цвели. Эти ландыши. Так, ну грибы рано искать.
Вон видите, сколько комаров там кружится. Вот на солнце вот точки мелькают. Это все комары. Вот, сейчас они меня сожрут, короче. Вот какая-то шерсть какая-то лежит непонятная. То ли мох, то ли шерсть. Вот так. И вот часть ручья, в которой нет течения, потому что грязь одна осталась. Вот, вечно меня какое-то болото тянет. Когда нахожусь, меня тянет на стройку, или к заброшке, да, а так меня тянет на болото какое-то, в лесу зайти, на болото, да, вот. Хренью всякой заниматься. Тут, наверное, молния ударила, да? Молния ударила. Фиг, конечно, знает, что произошло, но есть вероятность, что молния ударила. Или подожгли, постоянно поджигали. Так, тут похоже нихера, да? Нихера я тут не вижу, да? 2 минуты хожу. Только вот такие вот цветочки, которые везде, тут их мало. А так они везде встречаются, где угодно. Но тут уже должно что-то быть. Нифига. Нифига тут нет. Так не прикольно. Только клевер растет везде вот. Да. Вот и полянка. Ну тут убирались, тут поэтому вообще ничего нет. На этой полянке. Нифига прикольного, да? Так, елочки, иголочки. Так, вообще ничего. Ни грибов, ничего. Вон бутылка только из-под хамовников. Единственная находка в этом вот месте, это бутылка из-под хамовников. Но это нас не интересует. Бутылка из-под хамовников нам не вкусна. Ни ягод нет, никаких ничего. Чисто болотная местность, болотная такая трава, видите, вот это. Чисто все болотное, да, и какие-то норы постоянно на пути. Вот. Да, и нифига. Так неинтересно. Господа, неинтересно нифига по болотам лазить. Даже уточек нет сегодня. Уплыли куда-то, да, спрятались. Спрятались, да? Вон, ужик шерстит. Я топаю, он шерстит, он боится меня. Ну и пусть боится, я уезжаю отсюда, не буду его пугать и смущать.